Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения на уровне сложности божество за Швецию в попытке победить культурой, туризмом, культурной победой. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Спонсоры канала видят все серии сразу, так что им можно никуда не переходить, они просто все смотрят, ну а подписчикам серии выходят раз в день. Так, а что у нас с открытыми границами? Пока тут со всеми есть, с Нубией есть. О, со мной не соглашался дружбу принимать. Так, открытые границы со всеми есть. А, вот с Маури как раз нету, но надо, сейчас я с ним союз заключу. Да, да, давай, приходи, грабь. You can never plan the future by the... Короче, у меня уже все, кроме Мокши, все до третьего уровня прокачаны. Все губернаторы. Так, где у нас этот Маури? И купить в Вестеросе, по-моему, да? Центр вещания осталось. Блин. У меня что, уже все заполнено, кроме Вестероса? Серьезно? Вот в Упсале. А, так это Упсала, да? Это Упсала. Тогда в Упсалу. Давайте глянем. Что, в Гетеборге храм? Храм, но это реликвии. Может поторговать реликвиями тогда? Ну, ладно, пока еще есть места. У кого-то ж есть явно реликвии. Реликвия, музыка. Прибыли 26%. И неужели вторая 26%? Да ладно, а что происходит, а что это они работают, что случилось? Ну я не знаю, тут без рок-групп, если они не срабатывают, тут просто не победить получается. Египет объявляет войну Венгрии. О да. О да, прям. Норвегия офигительно нападает на этими кирасирами на ПТ команды. Как раз верховыми юнитами на тот юнит, который против верховых юнитов.
Так, меняем местами их. Да ладно, что это вы прям разыгрались? Прям все группы на высоте сегодня. 30 ходов написано. Ставить свою культуру на Англию. Я понимаю, что у меня осталась только Франция непокоренная. Фестиваль на театральной площади. Да, продолжаем все везде фестивалить. Никаких же новых чудес не появилось. У меня 1400 туризма идет. Просто защита от туризма – это культура, правильно? У меня 1400 туризма вход, у ближайшего соперника культура 300 культуры вход. Ну вот, 300 еще, 310 у амониторы. Каким, как вот они вообще сопротивляют? То есть у меня каждый ход туризма в 7 раз больше, да? Давайте вот против амониторы посмотрим, ну и против Екатерины Медичи. Минус 40% из-за разных типов правлений, минус 50% из-за... Ну и у меня нету религиозного туризма. То есть, ну и еще плюс 9% благодаря союзам еще увеличено. А почему у меня нету союзов с Францией? Ну, предположим, у меня сейчас против Франции только минус 6% моим. Против Нубии... Против Нубии у меня вообще плюс 70%. Как до сих пор я не победил культуры? Расскажите. Что я делаю не так? Я всех вообще уже великих людей на культуру забираю. На туризм. Просто... Тотальное превосходство должно быть. Я не представляю, как можно в сетевой игре побеждать. То есть у тебя 1500 туризма, и ты не можешь победить культурой до сих пор. Ну и тут откровенно вот этот показатель, сколько осталось до победы культуры, он очень странно считается, высчитывается. You can never plan the future by the past. Мне уже, по-моему, музыкантов некуда пихать, да? Я уже все на музыку заполнил. Вот теперь можно музыкальные шедевры, кстати, пытаться обменивать на... Нет, центр вещания в Мальме еще есть. Тысяча туризма создана. Так, где у нас еще театральная площадь? Вон там. Ну, мы на этой сыграем, наверное, а этого потом туда отправим.
то по культуре 29 ходов. Где-то еще группы начали играть. I never think of the future. Ой, я в темный век выйду, похоже. Прокачиваем мокшу. А скоро и мокша будет по максимуму. Так, здесь уровень. Так, и повышение. Все цивилизации в пределах 10 клеток получают 50 туризма? Нет. А на клетках национальных парков? Нет. Космопортов, морских курортов. Космопорт совершенно случайно никто не построил. А вот Екатерина Медичи построила космопорт, поэтому берем прокачку на Space Rock. Где космопорт? Ну, найдем, я думаю. Юнит потерян. Здорово. Здорово. Бегал в Гау. Ну, наверное, в Гау и... А можно еще куда-нибудь? Нубия, Россия. Ньяни 13. Ну, давайте в Ньяни. Сколько ж тут надо в Лондон бегал, да? В Плимут. Сколько ж тут надо туризма? Можно было вменяемо победить. О, с Элеонорой союз закончился. Раз, два, три, четыре союза. Нормально. Где-нибудь еще границы закрылись в Венгрию? Дальше... Россия открыта, Канада открыта, Финикия. Слушайте, играл бы я на 20 цивилизаций, я бы задолбался вот каждому это предлагать, просто эти открытые границы. Так, тут все сделано. Ну, мне, похоже, надо идти захватывать Францию. Но это же тупо, что для того, чтобы победить культуру, тебе надо все равно идти воевать. То есть я захвачу Францию и победю, получается. Сейчас мы выйдем ядерные ракеты, проект Манхэттен построим. И атомные подводные лодки надо апнуть. For the moon. If you miss,
You may hear this. 10 ходов пишет. Ну-ну. Ну-ну. Так, где космопорт? Вот космопорт. Следующим ходом будем там проводить свои пляски сатанинские. Ну что, теперь у меня, по-моему, уже храм, писатель. А вот, в Хальмстаде еще можно. Где у нас Хальмстад? Срок делаем, раз Франция космопорт построила. Вот парня в Хальмстад. Ученый или шпионы, четвертый класс, да, ничего не ускорить. У нас тут стоит на науку, да. Ну, я, конечно, могу лаборатории еще, я даже без лаборатории играю, представляете? Насколько... Так, а где художественный музей вообще? Что, все, художественных музеев больше нету? Это писатель. А, ну давайте художественные шедевры. Я бы из Норчопинга. Что у нас в Норчопинге? Франкенштейн. Большая волна в Каганаве, озеро Сува в провинции. У кого могут быть реликвии? Явно у русского должны быть. Нифига. Хорошо, у норвежца. Ну, у кого религия, у того, наверное, могут быть реликвии при... Во, реликвия. Так. Он вообще не будет ее продавать? Ни при каком условии, что ли? Ну, похоже на то, блин. Кого еще? Леонора Аквитанская. Это артефакты. Ну, походу, реликвия только у норвежцев. Вообще одна, в принципе. У кого еще религия была? Была... У Нубии. Вообще один шедевр. Вот у Нубии один шедевр. Просто один шедевр. Тут вообще нету шедевров. Так, одна реликвия. Это все. Ну, можно на писателей, конечно. Вот религия. Но это религиозный объект. А будет рели... Нет, он не будет размещен. Давайте попробуем. Вот, например, Ромео и Джульетту не меняет. То есть не будет вообще ничего менять, да? Ну, хреново. У Голландии нету ничего. У Канады нету ничего. Почекутыка. Портрет. Один портрет на всю страну. А вот реликвия. Все равно не меняют. Ну, они не меняют реликвию. Ну что мне сделать? Блин. То есть они вообще шедевры не хотят менять в связи с тем, что я... Да, видите, не... Вот вы сказать не надо, то есть он вообще ни при каких условиях это не будет ничего менять. Здорово. Ну и куда мне уже этих художников размещать тогда? Некуда. А писатель там скоро?
писатель скоро. Мне вот писатели нужны. О, торговый центр можно построить. Блин, а там были какие-то великие люди ж на туризм, которые я пропустил. Вот, вот где я не доработал. Я не доработал по великим людям на туризм. Хотя что-то я пока не вижу. Ну да, нету пока. Прикол. Вот, плюс 25% туризма по отношению к цивилизациям. Ну, это... В моем случае не так уж и прикольно. Вот там был где-то... Там есть более крутые люди на туризм. Ну, тоже плюс 25. Ну, и тот дал бы, конечно, 50%. Ну, все, и больше нету на туризм. Слушайте, тут Англия у меня рок-песни проводит. Ваша культура распространяется во всех цивилизациях, кроме одной. Ну, кроме Франции, понятно. Культурная победа не за горами. Ну-ну-ну-ну. You can never plan the future, but... Я прокачал всех губернаторов до третьего уровня. Ну, инженер так себе. Так, где-то у меня... космопорту. ...3750 туризма создано, нормально. 8 ходов типа осталось. Блин, ну мне туризма-то больше неоткуда взять. Вот сейчас я тут сделаю это музыкальное сеть. То есть музыкальные у меня уже все размещены. Только если захватывать других игроков. Вот, например, ту же Алеонору. Где у меня вообще корабли на всякий случай? Я сейчас буду ядерки строить. Где мои корабли? Капер. Раз. У меня тут союз с Алеонорой. Купы надо вот тут, значит, апгрейдить. Этот капер. Ой, второй капер здесь же. Апгрейдить их в атомные подводные лодки. Блин, сколько у меня довольства. Мне этот инженер вообще нафиг не нужен. Слушайте, а в аэродромах там ничего не увеличивает туризм?
Ну там стены увеличивают туризм, да. Но там не настолько много, не так они много дают. Ладно. Фестивали. 13 ходов, не. Это долго. Все театральные площади построены. То есть, может быть, мало городов у меня? Тут вот уж Алеонора постоянно у меня еще проводит. Ну, подождите, но это, по-моему, не может ей помочь отбиться от меня. Это скорее... Она пытается больше получить туризма против меня. Нету ли во Франции еще космопорт? Я просто не могу на этой ячейке сейчас проводить. А вон Катяна строит. Гуманитарная помощь, а мониторы, не, я откажусь. Ну, я не выиграю тут дипломатически, я не хочу даже дипломатически побеждать. А остальное... Очки, 100 очков влияния для Швеции, это мизер. Швеция и так тут имеет кучу очков. О, 1400. А вот, кстати, Троица космопорт. А вот построены. О! Ну давай, пускай получится. Да вы достали. Ну, 5500 туризма создано. Вообще-то, 5500 туризма. 13 ходов. Да, господи, да как же тут победить-то? Вы задолбали. Все, писатели закончились, кстати. Как мне кого-нибудь выцегонить... Шедевры писателей. My dear Miss Glory. А? Ну и музыканта мне некуда девать уже, да? Закончились писатели. Художников и музыкантов девать уже некуда. Просто и никто не хочет торговать. Реликвии, ну... Ошибка, конечно, культуры мало. Извините, веры. Мало веры. Вот нужно ли мне сейчас фестивали уже проводить? Честно говоря. Наверное, нет. Давайте, видимо... Видимо, придется строить кампуса, чтобы захватить... Захватить Францию так, и тогда я победю культурой. Вот настолько сейчас дебильно сделано. Я считаю, что это дебильно. Так, этот на театральной площади, да? Не подойти, блин. Вот опять же. Игрок, например, живой игрок, видите, может просто юниты ставить на эти клетки, и ты не проведешь там ничего. А можно как-то обратиться к Алеоноре, чтобы она не проводила концерты? Екатерина запустит спутник, и она получит столько культуры, что... У меня сейчас будет минус, кстати, к туризму. Leave the atom alone. I never think of the future. Ой, блин.
Темные века. Шпионская операция, аэродром, артефакт. Ну, давайте под охраной лжи. Кроме Голландии и Норвегии, у всех не очень. Туризма. Это опять нету, да, даже счета нету. Ну вот как? Как? Ну, короче, надо Францию захватывать и все. Только такой вариант. То есть строим. У нас тут производство в Гетеборге, наверное. Строим здесь проект Манхэттен. Great God of the Ants. Давайте попробуем еще раз поторговать, а вдруг? Ну, то есть вообще без шансов, да? У Леоноры. О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Восемнадцать золота вход. Нормально. Так. Реликвия. Реликвия. Здесь у меня есть художник, я его сейчас буду использовать. Реликвия. Все, у меня осталось только... Раз, два, три ячейки реликвии. Все остальное, считайте, у меня заполнено. И забраны все великие люди на туризм. Я не понимаю, как тут. Как я еще не победил до сих пор? Пошли... Не знаю, может пойти просто тырить все шедевры у француженки. Не знаю. Тут нету шедевра, который можно украсть. Здесь нету шедевра. Слушайте, а можно... Реликвию у норвежца как-то. Или реликвии не крадутся. Наверное, реликвии не крадутся, потому что их надо красть из... Священных мест, а тут даже нету возможности такой. То есть вообще даже не крадутся шедевры нигде. Вот цивилизация на втором месте за мной по культуре. И по туризму тоже. И у нее нету ни одного шедевра, который можно украсть. То есть они даже не находятся в городах, получается, так? Ну, могу предположить только в Бродвее, может быть. Да как это вообще? Что это, блин?
Куплю военную академию. Построим кампус. Англия уже искусственный спутник запускает. Ну, то есть, я это победю, вы понимаете, я сделаю эту игру. Но только это будет выглядеть так, что я захватываю Францию и Англию, которые мне мешают победить культуру, и я побеждаю культуру. Это честная культурная победа будет или нет, как вы считаете? Я считаю, что это тупость. Ну, то есть, это не культурная победа, это я захватил тех, кто мне мешали культурной победой. То есть, вот так как раньше было, что люди конкретно культурной победой побеждали, ни на кого не нападая, этого нету. Это очень странно. If God had really intended, you can never plan the future by the past. Уже все, что можно. Прокачаю. Давайте науку за каждого жителя. Что скажете по науке? О, уже по чеку так меня стало пережать. Ну, наконец-то. Повышение 1000 туризма. Я все-таки дождусь сейчас конца Нобелевской премии, там у меня будет скидка на 6476. Скидка на рок-группы и плюс 50 к продажам альбомов рок-групп. Давайте я открою все, что тут еще не открыто. Все социальные политики. Так, что тут уже? Пятый уровень. Все равно быстро. Все равно быстро. 22 хода. Да. Так, дружбы закончились. Никто не хочет со мной дружбы заключать. Хорошо, открытые границы остались. Тут все есть, есть. Канада закрылась. Голландия есть, Франция. Инки закрылись. Пока только инки. Но я так понимаю, что у меня уже все, кроме Франции, обращены. Все под моей культурой. Я не знаю. О, тут еще у нас Кумаси перекуплено. Не-не-не. Все культурные ГГшки должны быть подо мной. Слушайте, может мне объявить войну Фран? Не, ну там. Уилфред Лорье. Не, ну ладно, если Уилфред Лорье, то ладно.
Вот я вот все постоянно вот рядом с победой и отодвигается это, отодвигается. Канада начинает лунную экспедицию. У меня, по идее, должны долетать. То есть я сюда ядерными подводными лодками подойду. Can be attracted так, by the momentum of totalitarianism itself. Принимать. The masses have to... $2,750 turisma. Я ничего не меняю. Сколько она вот сейчас имеет Алеонора против меня туризма? Все равно Алеонора даже не на третьем, только на четвертом месте. И это туризм, она туризм накапливает против меня. Это не мешает мне побеждать туризмом вообще. Стихийное бедствие, алюминий разграбили. Ну, мне алюминий тут не нужен, главное уран. The class struggle necessarily leads to the dictatorship of the proletariat. Успешно похищены спутники. Это я атомки. Мне надо вот робототехнику выйти, робота. Коплю деньги на роботов. Все еще не могу ни в Норвегию отправить. В Нубию бегает, в Англию бегает, к Купе бегает. В Россию бегает, в Венгрию. Ага, Венгрию перестала. Украсть шедевр. Блин, кувшинки, да хрена мне кувшинки, мне реликвии нужны. Уровень рок-группы. Ну что, может все-таки получится? Ну блин, ну это... Я просто... Настолько офигительно куча туризма иметь, и нету возможности победить. Так, правая демократия. Просто проверю, что... Не, ну тут вот это надо. Научный город государства один, и он подо мной, да?
атомная подводная лодка. Это у нас будет посылать ядерки. Так, ну мне надо, наверное, купить пару кораблей, чтобы захватывать. Карлстаде, что у нас тут есть? Линкор — это стреляющий. А для захвата эсминец. Раз и два. Ну, я захвачу города Франции, вот вам будет победа культурная. Фига себе, Норвегия меня осуждает. С чего бы вдруг? I ought to be jealous of the tower. Последнее I'm a big laser believer. Чудо over himself, построено. Over his own body. Так. А вот с норвежцем я открытые границы не смогу. Но он мне и не нужен, правильно? Уже. Я его давно обратил. С Францией нужны открытые границы. Так, еще с кем-то было. Голландия. Ну, Голландия тоже давно обращена с другой стороны. Так, у инков открыто, у Египта открыто. Вот еще космопортик у нас. Это на космопорт чисто. О, кто-то ему разграбил. Ей. 7 ходов, типа, ага. Типа 7 ходов. Так, плывем к городам Франции. А я вообще проект Манхэттен где-нибудь делаю? Да, делаю 2 хода. То есть от Аммонитора, от Элена, видите, 225. То есть это больше, чем внутренних туризмов, туристов в каждой стране. Мне осталось, чтобы 257 было больше, чем у Екатерины. Идея в том, что я захватываю города Екатерины, и у него количество внутренних туристов падает, потому что останется мало культуры. Ну хорошо, на. Три золота вход, ну ты сурово. Прям потребовала. Вон там Нант еще отваливается по лояльности. Антананариву по лояльности отваливается. Забрать несколько городов Франции. И все. We find everywhere men of mechanical genius. Так, куда-то прекратила, в Нубию прекратила бегать. 14.
О, 19 в Нуре. Союз с Амониторой как раз истек. Я бы с ней продолжил союз. Отлично. И нам сейчас нужны деньги. Блин, ладно, сотка. Сотка так сотка. А тут повышение доступно. Так. Ну нет у них нацпарков, нету, ну не строят почему-то. Ну можно еще 50% туризма, но блин, я и так, все вокруг уже обращены цивилизации. 37%, что станет последним. И так и произошло, ну 750 туризма создано. Тем не менее. А, ну давайте похищать шедевры, пускай, типа, тоже меньше культуры, мне их, правда, засовывать некуда. Так, что тут последнее, что открыть осталось в социальных институтах. Тут я захвачу эсминцами, и здесь я буду покупать, собственно, человекоподобных роботов сразу. Чтобы соседние города Франции захватывали. И таким образом мы победим культурой. Бред полный, но... Мне главное дружбу с Францией случайно не заключить. Голландия где-то Гронинген поставила, боже. Интересно, кстати, карта получилась. Тут отдельный континент для Нуби. Вот. 5 на одной. If the enemy know not where he will be attacked, he must prepare in every quarter. And so be every. Так, в случае там еще наукой никто не побежит. Нет, тут всем далеко, конечно. До победы наукой. Проект Манхэттен. Давайте по одной ядерке. Потом уже продолжим. Нет, здесь слишком долго. Плюс 3 накапливается. Еще и урана маловато. Может с кем-нибудь поторговать ураном? Восемь ходов ядерка. 8 ходов это долго. Давайте исследовательские гранты. Для кампуса нет подходящего места. А если... Ну ладно, вот здесь давайте. Да, музыкантов уже тоже пихать некуда.
4750. Нормально. Блин, опять нету счета. Инки вынуждены объявить войну Норвегии. Прям так вот уж и вынуждены. Ну что, у меня через 4 хода ядерки. Успеют мои эти эсминцы приплыть? О, форма правления. У меня цифровая демократия. 2 очка дипломатической победы. Я, конечно, ну и всемирная выставка пускай идет. У меня сейчас стоимость рок-групп уменьшится. Может, конечно, попробовать ими все-таки что-то сделать. Но я все равно объявлю войну Франции. Так, стоимость производства военных юнитов. Военных. Давайте за деньги. Я собираюсь же покупать этих роботов. Там каждый сам за себя будет голосовать. Я не думаю, что тут много нужно голосов. А вот тут важно. С другой стороны, а насколько это важно? Ну что у меня там... Куда мне там нечего пихать? Короче. Вот в деньги. Вот еще добавим. Сюда добавим. Подаем. Смотрим, что пройдет. Снижено 50 за золото прошло. Цифровая демократия прошло. 2 очка Леонора Квитанская, да блин. Ну и всемирная выставка началась. Я здесь получаю стоимость рок-групп ниже на 20% и плюс к продаже альбомов. Что здесь поставим? Электронную коммерцию. Темный век. О, плюс 50% к производству проектов ядерной программы. Да, давайте. Вы получаете очков влияния для послов. Так и нафиг надо? Недовольство. Ну, у меня там вообще довольство и так выше крыши. Нафига мне золото? Хотя... Нет, давайте, наверное, жадные бароны. Мне не так... Мне не надо так быстро ядерную программу, потому что... О, у меня всё равно плюс 5. There may be no forgiveness for материалы, технология скрытности, системы наведения. Ну, 5 ходов до роботов осталось. На что у меня расходуется уран? Вот два. Эти что ли уран потребляют? Нет, они нефть расходуют. На что вот у меня уран расходуется?
Ядерка 10. Ну и будет потреблять уран. Но не сейчас же, а когда построится. 7 ходов. 53 производства, 44, 56. Не, ладно, пускай строит. Бегал в Мали. Во Францию я так и не могу ничего добить. Это космопорт на территории инков. Больше... А, вот есть космопорт. Отлично. Идем сюда. Хорошо, что Франция так много космопортов построила. Можно домой возвращать парня. Исследовательские гранты. Библиотека. Сколько им еще плыть? Ну еще хода 4 как минимум. Блин. Ой, какой бред. Просто игра вынуждает захватывать. Что-то они не то сделали с туризмом, мне кажется. Может, это туризм остался на уровне стандартной скорости, а культура на уровне сетевой? Может, так? Просто от балды улучшаю. И, кстати, Франция со всеми в ссоре, да? Там даже никто не будет с ней за нее заступаться, если что. Опять культурная победа не за горами. Да я в курсе. Можно как-то 7 ходов опять написано. А где этот чувак? Ага, космопорт. Нет, подождите, где тут он? Вот он. процентов было написано. 16% третьего уровня. Сволочи. Фераксис, вы сволочи, вы просто издеваетесь над людьми. Почему? Ну вот почему я должен этой хренью заниматься сейчас? То есть вы считаете, что я недостаточно сделал для победы вот, по культуре? Это я к Фераксис обращаюсь. Просто все шедевры у меня, практически все чудеса у меня. Нет, говорят, иди все равно захвати Францию. 16% было на то, что
не пройдет. То, что умрет юнит, только 16%. Сколько у меня с 25% и умерло? Ну как вот можно тут играть? То есть я в итоге захвачу цивилизации, и это будет считаться культурной победой. Здорово. Союз с Клеопатрой истек. А мы можем продолжить союз? Нет, не можем, я понял. Убили. Шпиона убили. Подпольные губернаторы на клетках. Я тут на клетках с космопортом. О, кстати, этот юнит можем оставить, будем Нант захватывать. Блин, ну что ж у меня уран расходуется? Значит, не пойдешь, ничего тебе не дам за уран. Еще у кого есть еще уран? Мне вот интересно. Фига себе, у Пачеку только 80 урана. Да он там, наверное, этот. Весь в испарениях мутирует потихонечку. О! Франция меня осуждает. Я теперь смогу и нормально войну объявить, между прочим. Смотрите, отваливаются города у Франции. Еее, так у нее там темный век, видимо. И она не может города удержать. У героический век... Героический век у Голландии, поэтому так в ее сторону все отваливается. И золотой век у Норвегии. А. Так это же здорово. Просто великолепно. Ядерное устройство готово. Пачеку, так не хочешь ли ты со мной... урана мне продать? Так, 10 готов продавать, а 20? 7 золота вход и 3. Какой ты добрый все-таки, Пачеку, так... А если вот так, готов принимать сделку.
Хорошо, а 30? Угу. А, 25 максимум я могу. Хорошо, давайте теперь золото уберем. И, видимо, теперь ты мне заплатишь. Все свои деньги, да? Серьезно? Прям реально все деньги хочешь заплатить? Ага, 300 уже не очень вход. Ну сколько? 220? Ладно, в 200 не будем выделываться. Все, договорились, так договорились. Ну, здорово. Спасибо за уран. Еще и бабла подкинул. Давайте добавим тут еще ядерку пока. И здесь ядерку добавим. Я просто покачиваю. От балды. Один ход до открытия роботов. Я примерно через два хода буду бросать на Францию ядерные ракеты. Будет очень смешно, если я только соберусь бросать и победю культурой. Возможно, просто больше городов надо. То есть мне надо было Венгрию захватывать все-таки. И в Венгрии там уже в этих театральных ее площадях делать. Ой, а тут что, Россия показалась? Охренела Франция, 3 золота хоть требуешь. Мне показалось, что Россия тут города Канады захватывает. Утрехт вон отваливается. Back. I never think of the future. Надо Леон, Нант захватить. Леон особенно. В Леоне я сразу куплю. Я могу и ОБЧР купить, и эту атомную подводную лодку подбросать. Тут по науке. 177 науки вход, но лидирует 320. Ну да, по науке опять я уже впереди планеты всей. Опять не пишет никаких этих. Ну, опять же повторю, мне захватить Францию, я победил культурой.
Я могу только сказать, что, наверное, я поторопился в самом начале. То есть я как открыл рок-группы, мне не надо было сразу скупать их. Надо было подождать, набрать максимум туризма и потом одним ударом, видимо, этими рок-группами заканчивать игру. Так, ну что, начнем с Нанта. Как мне так кинуть, чтобы... Вот сюда. Так. Объявляем официальную войну. Да. И все именно так. Ну, Нант, конечно, никакой город, тут даже ничего культурного нет. Но отсюда мы будем грозить дальше. Я просто не могу сейчас Леон захватить. Да. А может просто сжигать даже? Вот, ну, Нант мне не нужен вообще. Давайте. Так, Леон. Ну, здесь постоим. Нет, давайте к Бордо подплывем все-таки. И плывут все равно рок-музыканты во Францию. Ядерная зима ядерной зимой, а концерт по расписанию. Подписали договор. 8 ходов написано. 8 ходов, 7 ходов. Им надо где-то более понятную схему, почему мне не хватает туризма для победы. Что там такое Франция делает постоянно со своей культурой? О, отвалился Гарлем, кстати. Не, Утрек. Утрехт отвалился. Опа, кого-то мне убили. А, ты умер от радиоактивного заражения. Нормально. I never think of the future. It comes soon enough. Опять прокачиваем. Так, в Леон у нас ракета летит. Вот сюда. И здесь сейчас купим просто... большого робота. В Леоне, кстати, куча шедевров и чудес. А нет. Только шедевров. Так, сохраняем город, покупаем. Блин, необходимый район загрязнен. Ну, блин. А главное, атомную подводную лодку я купить могу. Ладно, покупаю подлодку. Сильно отваливается ли он? Ну, 3 хода как минимум будет отваливаться. Так, я тут ни с какими ГГшками не воюю. Совершенно случайно. Нет, зато они все воюют с Францией. То есть Франция не получает ни культуры, там, ни науки. Вот это вот. Блин, как бы мне так... Может, рабочего попытаться район очистить?
Давайте купим рабочую. А, я не могу купить рабочую, потому что район закрыт. Нет, могу. Могу. Давайте попытаемся сейчас убрать здесь загрязнение. Ничего не отремонтировать. Что, максимум, да, затопление, отлично. Ну чё, победы еще не видно. Ну, Париж надо захватывать. Я думаю, захват Парижа будет достаточен. Канди побежден. В смысле, Канди побежден? Он же уже был побежден. Что, отваливался, да? Или Элеонора его захватила и освободила. Так, каре тут концерты проводить? По идее... Не должен умереть, да. Эти половину хп снимает. Сейчас мы должны загрязнение убрать. If there is any work in the afterlife, you must... Очистили загрязнение. Выходим полечиться. Даже, наверное, сюда поплывем. Останемся, надо будет, может, Леон надо будет захватывать заново. Ну что, можем купить сейчас? Еее, 1500. Отлично. Так, сейчас у нас Бордо будет торпедировано. А следующим ходом Париж будет захвачен. Так, это у нас тут что? Святое место. Давайте вот сюда. Ну вот, зато ядерную войну посмотрели заодно. А Бордо-то не захватывается. Потому что здесь раньше земля была. Блин. Фигня какая. Не, ну Леон они не могут отбить. Леон не отобьется. 5 ходов написано. Ну, захват Парижа — это победа мой. В общем-то. Четыре хода. Я с Почекутоком еще поторгую ураном. Но музыканты плывут. Мы заключили контракт. Мы должны отыграть по контракту. Ну, что непонятного? Контракт есть контракт.
А, тут пока стоим. Отсюда не хочу бросать. Ну, мне просто город нечем захватывать. Так смысл бросать, если ты его захватить не можешь. Я, кстати, сейчас проведу концерт. О, сразу дружбу, конечно, ядерные ракеты полетели. Надо дружить. Я сейчас проведу, наверное, концерт на космопорту, в космопорту. I never think of the future. Yeah, туризм. Так, а я тут пройти не могу, блин. Знаете, как давайте попробуем... У меня две бомбы, да. Значит, одну сюда бросаем. Это чтобы уничтожить юниты. Теперь. Да чё, пройти-то нельзя? Вражеской зоне контроля, поэтому прыгнуть к нему. Ну здорово. Ладно, просто убиваем тогда. Что за голосование? Предательство, захват города, государства. Нафиг, ничего не надо. Ну и брошу на Париж. Ладно, так уж и быть. А тут заодно куплю еще одного робота. Следующим ходом концерт сделаю в космопорту. Полностью прокачанный Магнус. Не успею я полностью прокачать вообще всех губернаторов. К сожалению. Возможно, это сейчас будет уже победа. А может, уже туризма накопится достаточно. Ну, захват Парижа... будет важной вехой в победе культурой. Одну монету вход, говорит, блин, так нужна одна монета вход, немедленно требую от тебя ее. Отдал ее мне быстро. Я не буду в этом участвовать. А, вот это вот, против этого надо голосовать, так, против ядерного кризиса.
Кстати, может норвежец вмешаться. Вот норвежец может за проголосовать, я думаю. Вот норвежец был бы тут очень не в тему. Инг может быть, но... Инг, правда, у меня поставщик урана самый главный. Будет обидно, если он влезет. Ну чё там? Нет, не принято, отлично. You can never plan the future. Ну что, Париж забирается, наконец-то. Иркония. Так. Теперь надо... Бордо. Забирать. Так, а здесь покупаем еще одного робота. Следующим ходом Леон отвалится? Да, Леон отвалится. Ядерки я там еще строю. Бордо станет моим. Бродвей? Охо! Блин, я забыл тут концерт провести. Дурак. У нас еще два космопорта. По-моему, рок-музыканты должны выдержать одно попадание. Не важно, что ли он отвалится, мне это не страшно. Мне главное, чтобы он французским не стал. Ладно, я тут постоим. Сейчас мимо загрязнений в Париж загрязнения убирать. Запуск. Ну давайте запуск искусственного спутника организуем. Там по науке еще никто не побеждает? Нет. Нет. Даже не рядом. Умерли, видите, в заражении юниты французские. Так, Бордо захватывается. А Париж сильно отваливается. Минус 11. Ну, может пересадить каких-нибудь губернаторов. Блин, все-таки видите, зоны контроля, вот это вот все. По идее, Рен тоже должен захватить. А, у меня ядерки нету. Мне тут до ядерки один ход. Ну, давайте юниты поубиваем.
Я, может быть, может и стоило концерты провести, но я уже не верю, что концерты могут мне тут как-то помочь. Я куплю тут строителя. Так, у меня опять кончился уран. Почекуток. А на сколько пойдешь? Ну, 30 хотя бы. О. То минус к силе. Дружба с Элеонорой. Отклонить сделку. Ну давайте уже. Ну, я сейчас опять же повторяюсь уже в который раз. Ну, зачем вот Фераксис вот так сделали? Слишком... муторно становится культурой побеждать. Это слишком долго просто. Просто слишком долго. Пять ходов. Ну, вот это сейчас может быть, кстати... Так, межпланетные полеты нафиг надо. Ядерный синтез. В смысле? А чё не построилась ядерка? По одному ходу осталось. Ну, блин. Фига себе, робот не может убить имперских гвардейцев кардинала. Некуда мне этих ребят девать. Наверное, можно... Опа, кого это тут? Ух ты. Восставшие. Это, наверное, шпион какой-то сделал. Потому что у меня нету несчастья. Вообще нету несчастья. Ладно.
Еще и Пингалу нейтрализовали. Сволочи, а? Да, шпион в Стокгольме сделал партизан. Ну то сейчас еще эти города должны по лояльности постепенно начать отваливаться. Называется, не смогли склониться перед нашей культурой, так склонитесь перед мощью ядерного взрыва. Ну чё там? Два хода написано, окей. Так, захватываем Рен. Когда я захватил город... А, нет, не разрушить, сохранить. И Руан захватим. Уран нам будет идти. Я думаю, что этого хватит уже для победы, все. Финита ля комедия. Ну, вот Бордо, правда, отваливается по лояльности, но это опять же не сильно страшно. Ну чё, этот космопорт еще остался. Попробуем сыграть напоследок. Может даже хватит этого одного концерта, чтобы завершить игру. Ну, в общем, честно скажу, в Gathering Storm культурная победа на данный момент немного странная. Я понимаю, что Firaxis хотят, чтобы игроки использовали рок-группы. Но у меня первый вопрос
а почему они должны так за веру покупаться, да? Второй вопрос к шансу на благополучный исход концерта. То есть вы видели надписи 26%, что не получится, 16% за то, что не получится. Но почему-то чаще намного не получается, чем получается. When we look up at night and view the stars, I never think of the future. Так, что мы тут возьмем? Жаль, что тебя здесь нет. Ну, возможно... А, я еще дофига могу взять. Ну, это все возьму, ладно. Возможно, выход, если бы я вышел в золотой век... Да вы издеваетесь. Три хода. Да серьезно. Там Тулуза отваливается. Пошли Мастрихт захватывать. Ой, что-то как-то слабенько. А, может, стрелять просто надо? Я вообще не открыл там. Вот, силовые ячейки надо открывать, видите? Я всех офигительно опережал по культуре просто. И так долго сидеть, побеждать в итоге. Тут, по-моему, без вариантов. О, Бордо не отваливается, Париж не отваливается, Леон не отваливается, Рен и Руан уже не отваливаются. Отлично. Блин, еще и политический, и, наверное, какой-то этот чудо какое-то. Сразу почти плюс 100 науки на ровном месте. Сейчас уже мониторы, правда, не так быстро догонят. Мне бы отремонтировать в бывших французских городах все там на культуру. И можно, наверное, перебросить. Можно перебросить великих людей. По французские города. Плюс 6 вход, минус... Да, так, надо у Пачакутыка купить уран. You can never plan the future. Вставим пингалу, назначаем. А вот и ядерка.
пододвинуть этого парня. Интересно, умрет этот великий полководец? Да. Ну, извини, Инк. Сам сюда влез. А у меня тут был... По-моему, у меня тут был еще один... Ну ладно. Театралку нельзя починить. Можно. Вот и 35 ходов. Боже, ну... Тут, конечно, это все очень долго. Тут купим рабочего. Уже будем от ядерных этих убирать. Ну, наконец-то. The worth of a culture is not measured by its accomplishments. In how those accomplishments last and how they are remembered. The beauty that you have inspired our people to create will ensure that our culture stands for all time. Победа культурой в рейтинге Нельсон Мандела прям. Ну давайте графики глянем, правда туризма не видно. Давайте, знаете, где посмотрим? Вот в сохраненной... Сейчас увидите где. Вот тут, в зале славы. И тут больше графиков просто показывается. Ну, вера игрока... Так, какого я цвета тут вообще буду? Ага, я розовенький, да. Ну, веры у меня немного было. Выбросы CO2 тоже пофигу. Ядерное оружие только. И в каждом графике меняется цвет. Ну, тоже здорово все очень сделано. Очень прям. Наука игрока. Вообще без проблем. Где культура? Обнаружено племенных поселений. Я только одно обнаружил, оказывается. Представляете? Одно только поселение. Чудес природы. Войн. Основано городов. Открытые технологии. Дипломатической победы. Получено великих людей. Ну тут вообще я, да? Без вариантов. На втором месте, наверное, Медичи была, да. И на третьем Манса Муса. Блин, а где культура? Вот, культура игрока. Ну, вот смотрите. Ну просто... Это же нереальное. И все равно даже с такой культурой не в состоянии туризмом нормально побеждать. Жалко, что туризма нету. Но я думал, что оно тут будет, но, к сожалению, туризма нету.
я так понимаю, что культурой, вот мирно играя, я могу только предположить, что мне надо будет больше городов, но опять же, мирно играя, вы не можете еще больше городов поставить. У меня было 11 городов своих, заполненные все шедеврами. И мне постоянно не хватало для победы. Возможно, надо было захватывать Венгра все-таки, как я и хотел. И там еще добивать театральные площади. Но я вот что-то не уверен, что мне бы хватило. И, мягко говоря, очень рандомное поведение рок-групп. Ты не можешь на них рассчитывать для того, чтобы победить. Наверное, стоит дождаться, вот, когда вы максимально уже туризм от всего остального получили, тогда создаем рок-группы, наверное, вот открыть вот эту социальную политику, которая любую прокачку рок-группе дает. Самые крутые это, конечно, 1000 туризма от космопортов или от мест отдыха, там, от курортов. Но курорты мало кто строит, курорты строит только тот, кто же идет в туризм. Космопорты строят, да, прибыть и туда и это все использовать. Но опять же, можно войну объявить. Я вот не вижу, сейчас вот как в сетевой игре, вот с таким вот побеждать именно культурой. Вы видели, насколько я круто развивался, но без войны, без захвата Франции, собственно, главного соперника, невозможно было победить. Тем более, что я не говорю, что Франция, типа, как-то там сильно, офигительно развивалась. Единственное, вот Бродвей она забрала. Это действительно важное чудо такое. Много культуры дает. И все. Нету ни шедевров, ни великих людей. Всех великих людей я забирал. В общем, очень странно, но тем не менее, вы просили культурную победу на божестве. Я ее дал, но еще могу отметить, что ставили мы 20 цивилизаций и 25 городов-государств при генерации карты, это куда-то делось. Может быть, этот мод на Цилу как-то повлиял, но что-то у меня сомнения, честно говоря. Тут по обзор. Смотрите, что тут. Объявлено войн, получено объявление войн, это неинтересно, исследованная технология, она же часть природы. Выбросы СО2, крупнейший город, мировое влияние, очки дипломатической победы. Всего 9 чудес, кстати, построено. Цифровая демократия, основное правительство. 8 ядерных ракет. Предпочитаемый юнит строитель, сильнейший юнит, огромный боевой робот, слабейшие разведчики. Ну, чистая игра на развитие. Всем спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Не забывайте подписываться, становиться спонсорами канала. Всем пока. Пока все, зрители, подписчики, продолжение увидят завтра, а для спонсоров следующая серия доступна уже сейчас. Всем пока, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!